Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы предлагаем вам новый семинар, который называется «Правила эффективной подготовки документации заказчика и участника в сфере регулирования 44-го федерального закона о контрактной системе». Законодатель ставит перед нами две задачи при подготовке документации. Первое – соблюдение требований законодательства. И второе – она должна отвечать потребностям государственных и муниципальных заказчиков, которые закупают товары, работы, услуги. На наших занятиях мы с практической точки зрения изучим все нормы законодательства, которые регулируют правила подготовки и размещения документации. Наша задача в данном курсе – научиться с практической точки зрения правильно формировать документацию, готовить описание, обоснование объекта закупки, продумывать положение контракта, что такое дополнительные условия, что такое существенные обязательные условия. А для участников очень важно будет оформить и правильно подготовить свою успешную заявку, которую мы сделаем устойчивой и невозможной к отклонению. Приходите на наши занятия, и вы получите полноценный объем практических знаний и навыков для организации успешной работы в системе государственных муниципальных закупок.